полоса, не бойся никого. Видишь, у тебя сверху полоса. Раз, два, три. Вот и едь по второй полосе. Чтобы первая у нас полоса уходит для поворота налево, то есть на Ленина красный горит. Вторая полоса, по которой мы едем, мы можем по кольцу развернуться и опять в сторону Южного поехать. Либо потом перестроиться и поехать в сторону Сингапура, да, в сторону Северного. Поехали. Мне надо будет перестроиться, да? Еду просто. Ты пока поворот не увидишь, не надо ничего перестраиваться. Едь вдоль отбойника слева, который. Вот. Но на повороте нам нужно будет ехать направо. Для этого мы сейчас включаем поворотник, смотрим в зеркало. Да не бойся ты, смелее. Все, перестроилось. Все, вот так и едем. Левее, левее. Ты вправо поехал. Вот твоя полоса левая. А повернуть надо как? Ну поверни. А как, Андрей Александрович? Ну как? Я не понимаю, не понимаю вот это. Ну ты же повернула, что тут понимать-то? Но я повернула, потому что я у вас спросила. Ну а куда ты поедешь? А я правильно сделала? Да ну как правильно? Правильно? По левому ряду ехали, перестроились вправо. Ну бог с ним, поворотник включила. Просто там пешеходный переход, надо было посмотреть на знаки.